Всем привет, друзья, с вами Realize, и сегодня я вам расскажу про некую такую пасхалку, которую спрятали разработчики в самой игре. Дело в том, что если вы правильно выполните определенные условия, то прямо во время боя у вас появится возможность вызвать ядерную бомбу, которая моментально за один удар уничтожит всех противников, которые только будут на карте. То есть это может быть 4, либо 5, неважно, за один удар вы положите абсолютно всех. Возможно, вы уже знаете про этот способ, видели его в интернете, но дело в том, что большинство блогеров, которых я смотрел, у которых получилось вызвать эту ядерную бомбу, никто не может дать точного ответа, как это сделать. Но ответ на самом деле таится прямо в самой игре, и чуть позже я вам это покажу. Для этого просто необходимо перейти в медали игрока и выбрать достижение ядерный. Вы убили 30 противников в течение одной жизни, то есть вам необходимо убить 30 противников, при этом ни разу не умереть. Сделать это в рейтинговой игре практически невозможно, потому что, во-первых, вы играете там в основном до 40 киллов, и пока вы будете набивать свои 30, кто-то набьет вам еще 10, и вы попросту не успеете активировать эту кнопку. Это первая проблема. Ну а самая главная проблема заключается в том, что вас рано или поздно все-таки убьют, потому что вы играете против настоящих игроков. Так что в основном это задание можно выполнить, играя против бота, где вы играете до 50 очков, то есть у вас есть время разогнаться, и там у вас меньше вероятность, что за это время вас кто-то убьет. Вам просто необходимо сделать 30 киллов, при этом ни разу не умереть. И совершенно не важно, из какого оружия вы будете делать эти 30 киллов. Возможно, кто-то из вас замечал, что ящик с ядерной бомбой активируется раньше, чем 30 киллов, ну, например, там 28, либо 27. Это происходит по причине того, что если вы противнику снесли 80-90% хп, но при этом добил его ваш союзник, он не засчитывается как килл, но вот этот ассист, он засчитывается в это достижение. Поэтому вы, в принципе, можете убить, например, 27 противников, при этом 3 раза практически их убить, но добили ваши союзники, и у вас появляется возможность активировать ту самую ядерную бомбу, действие которой вы сейчас можете наблюдать у себя на экранах. Вот такая вот интересная пасхалка от разработчиков. Так что пишите в комментариях, получалось ли у вас активировать ядерную бомбу. Если вы не знали, как это делать, то бегом в сетевую игру и попытайтесь это сделать хотя бы один раз. Вы должны это увидеть своими глазами. На этом я буду заканчивать свой видеоролик. Увидимся с вами в следующих. Всем, друзья, удачи. Всем пока. Кстати, дружочек, если ты не поставил лайк этому видео и не подписался на канал Realize, то советую с этим не медлить. Сейчас фишку.